А, во! Блин, что за мерзость? Чё ты, а? Чё ты? А? Давай! А? Сука! Чё, блядь? Чё, понял? Подожди, я тебя ещё обоссу. Здорово, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, усаживайся поудобнее, у нас сегодня симулятор бомжа, вроде в 2018 году, там уже какие-то трейлеры были, в Стиме пишет, что вышло только в августе, купил за 300 рублей, посмотрим, что из этого выйдет, посмотрел трейлер, она достаточно ржачная, может сегодня запишу видос, а потом ее постримим, в любом случае, что там, лайки, подписки, хераписки, погнали, мне уже заходишь в игру, мне уже нравится музыка, нравится рожа. И вот эти вот... Вот это вот всё. Ну, игра для настроения. Вот. Так что... Ла-ла-ла. Так, ну что там? Карл, ты жив? Я уже начал беспокоиться, приятель. Ебать, со мной тележка разговаривает. Блин, ты правда ничего не помнишь? Я Карл, Карл Телега, твой лучший друг. Блин, что хуйня? До недавнего времени, а потом корпорация Гадпром превратила меня в тележку из супермаркета. Мне надо вернуть тело. Ой, мозг твой тоже, они где-то половину вырезали, а может и больше. Карл, не парься, я тебя всему обучу, друзья ведь затем и нужны. Начнем со снов. Чтобы выжить, нужно есть и пить. Ты это и так помнишь, да? Ну а если так, что ж ты помираешь от голода и жажды? Ешь и пей, это главное. Чтобы выжить, нужно есть, пить и добывать металлолом. Поищи что-нибудь съедобное в мусорке. О, тут смотри, есть карта. Что-то какие-то на ней точки. Окей. О, нихера, ногой можно бить. Иди дальше. О, хлеб. Как его жрать? Чтобы употребить предмет. Отлично. Why not give them a little kick? As long as no one sees it, you'll get worthless crap. Move on to the next one. О, смотри, типа, если попинать, оттуда может что-то вылезти. An apple core. Always eat your veggies. Yeah, fruit. Что это? Давай сожрем. А, это просто какая-то этикетка. Ладно, тут что? Хорошо, пошли. Опа, яблоко. Иди с... Блять, подожди, я тебя сожрать хочу, а не пнуть. О, кулаки. Так. Заморишь червячка на какое-то время. Вот только, похоже, ты скоро сдохнешь от обезвоживания. Ну окей, мне надо воду найти. Так, эти мусорники я попинал. Давай-ка покопаемся в мусорных пакетах. Если повезет, найдем коробку прокисшего апельсинового сока. Нихуя нету. О, сок! А, нет, это кола. Подожди, я все не могу привыкнуть к управлению. Вот да как мне попить? Окей, давай, лоб. Отлично, клади в меня, потом продадим. Металлолом? О, это сковородка, как в пабге. Блять, да почему я ее все время пинаю, а? Прямо в яблочко? Металлолом это хорошо, но надо что-то утолить жажду. Ебать, посмотри нахуй, у меня тележка сама катается. Попробуй поищем в этой куче мусора. Ну чё и как, я вот ее пинаю, и чё дальше? Тут присесть можно? А, надо Е удерживать, чтобы обыскать. Дохлый номер, да? Пить здесь, похоже, нечего. Ну окей. Похоже, придется поделиться с тобой из заначки. Отлично, я разговариваю. Точно, реально, половина мозга, походу, блядь, сожрала. Да знаю, в текущем состоянии не могу ни пить, ни есть. Нет, умереть я тебе не позволю, не смотри на меня так, блин, угощайся. Ну? Опа, у меня есть что попить.
употребить. Бля, меня начинает пугать, сука, эта херня, короче, разговаривающая. И твой мозг тоже понадобится, твои сверхспособности. О, у бомжа есть сверхспособности? Ты же повелитель голубей! Вот только голубятню твою разорили. Скорее всего, жуки украли всех птиц, пока над тобой ставили опыты в Газпроме, блядь. В Газпроме, ёпта! Ну, жуки — одна из двух бомжистских группировок, что руль... А, тут еще и бомж-группировки есть. Мы состоим в клоповской группировке. Давить, вот что. Запрыгивай, есть у меня один шпион, который расскажет нам, где отыскать твоих пташек. Блин, тут целый сюжет. Встаньте за Карлом. Нажмите М, чтобы открыть карту Бомжевиля. Угу. Нихера, тут как GTA. Открытый мир, делай, что хочешь. Но пока что мне доступен только один город, часть города. О, я его везу. Бля, ну только это трудно, подожди. Ну давай, чё ты встал, сука? Тележка, ты хоть и разговар... Открыть инвентарь, ехать. Во, нормально. А, у меня тут чекпоинты есть. Какой это шпион всё-таки противный? Давай собьём чувака. Почему я этого чувака не могу сбить? Почему он выше меня? Мне непривычно смотреть на людей, которые выше меня. Ого. Ну, конечно, графика не как в GTA. Но, по крайней мере, на первый взгляд веселее. Давай, а что будет, если в машину пизданусь? Нормально все. Окей, следуйте указаниям Карла. Запомните, ребята, мою тележку с говном зовут Карл. И она со мной разговаривает. А у меня нету половины мозга. Я умею только мычать. Бля, ну я хочу сбить человека. Я видел... О! Нормально. Вот так вот, сука, бойтесь бомжей, уроды. Подожди, я куда-то не туда поехал. Разворачиваемся. Так, сейчас мы найдем шпиона. Я уже хочу просто походить, покопаться в мусорках. Доступные задания помечены на карте буквами. Окей. Войдите на обозначенную территорию, чтобы начать задание. Короче, ставьте лайк, я завтра днем ее постримлю тогда. Жизнь на улице. Завершено. Окей, тут что? А вот и он. Эх, жучара! Тихо. Ближе не подходи, смотри в другую сторону, а я буду смотреть в противоположную. Идеально, я так смогу разговаривать и не пугать народ. Мне нужна информация, я знаю, зачем ты здесь, про твоих украденных голубей весь город говорит. Я знаю, где держат одного из них, но за эту информацию придется раскошелиться. И что же ты хочешь, кусок бомжа? 10 баксов, нихуя. Нихуя, откуда у меня у бомжа 10 баксов? Ну давайте, меньше пиздеша, больше дела. Ребятушки, вы чё? Я тебе как раз хотел показать, как выпрашивать у людей деньги. А, это у нас обучение. Попрошайничество состоит из двух стадий. Сначала пишете жалостные послания на куске картона, потом достаете счастливый стаканчик и тычете. Чем талантливая надпись на карточке, тем больше денег соберете. Менять надпись можно в любой момент. Стаканчик при себе, да? Чтобы открыть меню навыков, вы выберите попрошайничать, чтобы включить или выключить режим попрошайничества. Нарисуй обращение на куске картона. Ну, блядь, подожди. Ну ладно, как тут по-другому? Бля, ну я знаю, это банально, но мне хочется просто проверить, ребят. Вы, как бы, ну, извините меня. Просто хочу проверить. Я знаю, это противно. О, меня даже похвалили. А теперь потряси стаканчиком у них перед рылами, чтобы привлечь внимание. Ну и деньжат раздобыть, если повезет. Ты чё отворачиваешься, сука? Бабок дай.
О, мне дали 45 центов. Да еще бабок, сука, что ты жлобишься? Он еще дал, прикинь, ебать он лох. Еще дай. Ну дай денег, я тебя сейчас тележку ушатаю, кусок ты говна. Посмотрите, ебать лоха нашел. Бабок дай. Бабок дай, я от тебя не отъебу. Дай денег, сука. Дай денег. Дай денег. О, давай, давай девочку разведем. Дай денег. Видишь, у меня писька нарисована? Дай денег. Нормально. Еще дай денег, девушка, девушка. Дай, купи себе еды. Да-да-да, дай денег. Уже два бакса. Давай-давай, я от тебя не отстану. Дай еще денег. Дай денег. Я буду стоять рядом и вонять. И ты пропахнешь мной. Ты будешь пахнуть бомжом. Дай денег, сука! Найди себе работу. Вот, вот сучка. Вон, посмотрите, вижу по глазам лох. А, я у него уже просил. Так, у этого я тоже просил. А тележка еще за мной ездит? Бля, посмотри, ебать. Это немного, но больше нету. Еще дай! Еще денег дай, дура! Дай денег! Дай денег! Сука, она из кармана факт достает. Вот тварь. Бля, я не знаю, что бы я делал, если бы мне подошел бомж с такой табличкой и стаканчиком. А чё так мало? Вы заебали, блядь! Сука, 2021 год, ты мне по 40 центов даешь. Ты шо, охуел? Еще дай денег. По 30 центов дает. Дай денег, придурок. Во! Плюс доллар 43. Во! Во, нормально. Их надо трясти, пока вот на третий раз они дают нормально уже денег. Во, давай пошли к лысому подойдем. Он по-любому будет сострадать мне. Ну, сколько ты мне дал? 28 центов, пошел ты нахуй. Придурок, оставь себе 28 центов. Иди себе шампунь купи, долбоеб. Так, стой. О, девушка, девушка, девушка. Ну я... 16 центов? 16 центов? Ты себя уважаешь, дура? 16 центов? 16 центов? Коза. О, ну вот этот вот. Денег дай. Ну я тут 2 часа буду 10 долларов собирать, камон. Дай денег. Чё мне твои 50 центов? Бакс дай. Жаль, не могу дать больше. Еще 50 центов дал, ну нормально. Пить надо меньше. Сука, тебя это не должно ебать. Хочу пью, хочу не пью. Ты чё разворачиваешься? Я к тебе подхожу. Денег дай. Дай денег. 19 центов! 19 центов! Тут уже не я бомж, а ты, братиш. Дай, дай денег. Сколько у меня? У меня уже 7 бабок. А мент даст мне бабок? Дай денег! Ладно, блядь, на него не будем выебываться, это мент. Давай только не иди за мной. Я хуй знаю, я просто не знаю, как его упиздить. А, надо, блядь, бля, подожди, пошли. А я могу тележку взять? Давайте уебем мента. О, тележка. Так. Сука. Чё, суки, не хотели мне денег дать, да? Подозреваемый убегает, за мной гонится, что ли? И ты чё, блядь? Иди нахуй! Иди нахуй, сука! Деньги не отобрали. Ну, нормально все. Так, переходим в режим попрошайки. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Что значит другой раз, придурок? Бабок дай. О, сколько дал? 48 центов, ладно. О, давай, давай с тебя денег спросим. О, нормальный пацан, сразу 90 центов дал. Себе этот палец можешь засунуть в жопу и прокрутить 3 раза. Чё ты мне факт показываешь?
О, какая девочка в юбке. Сразу бабу Лесик дала, без всяких вопросов. Правда, мало. Дай денег. Great work, pal. Let's get back to that greedy ass spy. Ну, нормально. $83 Ты просто красавица. Слушай, а у меня, кстати, яркость, фильтр стоит, ребята, да? Вам, наверное, слишком ярко. Ну, извиняюсь. Есть что пожрать? Консервная банка. Что, поесть надо, да? И что-то у меня... О, вот это. Сюда. Это что такое? Огурец. Сейчас блевану нахер. Машинка. А что она дает? Сломанная игрушка. Взять. Бросить, повернуть объект. Давай сюда на всякий случай положим. Так. Возвращайтесь к жучаре. А вот он, жучара. Ну, здорово! Принес я тебе бабки. С вами приятно иметь дело. Один из жуков заперся вместе с голубем в клетке, пока остальные ищут покупателя. Так что поторопись, пока они не вернулись. Окей, найдите пропавшего голубя. Как этой херней было управлять? А, во, ехать. Ты мне путь покажешь вообще? Куда ехать-то? Где мой голубь? О, я могу вообще быстро ехать. Взори на облака. Найдите нахуй машину с пляжа. Где голубя найти? А, это мне отображает мента. Окей. Может, вот это на С? Или на С это мой дом? На лестницу могу забраться? Да, могу забраться. Во! Нормально. И чё? Найдите пропавшего голубя. Выходи, подлый трус, сука. Опа. Что-то потерял? Хочешь вернуть свою ненаглядную пташку? Посмотри, мой голубь в заложниках, блядь. А как тебе такое предложение? А, ну вот тоже себе засунь в жопу. Посмотрите на прохожего и нажмите Т, чтобы показать средний палец. Оба! Опа! Зассал, говорит. Давай попробуем его зассать. Чтобы помочиться, удерживайте F. А, во! Блин, что за мерзость? Чё ты? А? Давай! А? Сука! Чё, блядь? Чё, понял? Подожди, я тебя ещё обоссу. Просто унизил чувака. Не, ребят, я не знаю, как вам, мне эта игра вообще просто по душе. Будь ты мой голубь, иди сюда. Вернули голубя, а? Кто повелитель голубей? Я повелитель голубей. Ладно, короче, ребятушки, давайте на этом все. Пожалуйста, ставьте лайк, я не знаю, там, подписывайтесь, пишите в комментариях. Ой, что это такое, подожди. Это что за гандон? Отдавай сюда голубя или этому уродцу крышка. Он тележку мою хочет поджечь? Поможешь, приятель? Нажмите Tab, вы выберите новый глубинный навык, чтобы взять его на вооружение. Сюрикен? Слушай, в этой игре нормально контента. Я вот видео хотел закончить, не получается. Сюрикен из голубя? Ну-ка. You can upgrade it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly faster.
Так, окей. А прицельтесь с помощью мышки, нажмите, чтобы применить глубинный навык. Ну-ка, давай ему в голову. Да! Слушай, охуительная тема. Пошли-ка кого-нибудь вырубим. Мента. А, у меня на карте мент не показывает. О, подожди, мент показывается. На дороге. Смотри, сейчас мента вырублю голубем. Это вообще огонь просто. Я влюбился в эту игру, ребята. Я хер его знает. Жалко. О, смотри, прицеливаемся. Эй! О, просто со второго голубя упал. А что с ним можно сделать? О, его можно взять. Ой, блядь. Сука, за мной менты гонятся. А, как вам мой голубь? Как тебе мой голубь? Сосать! Блядь, они меня тайзером хуярят. Бля, просто огонь, ребята. Просто огонь. Ментов. У меня 3 звезды. У меня 3 звезды, ребята. О, смотри, голубь ушатал. А? А, чё ты думал? Подожди, у меня 4 звезды. Так, они меня сейчас током будут херачить. Подожди, а как... Чё мне сделать? Как мне свалить? Так, пошли сюда. Бля, я походу зря сюда пришел. Смотри, бегут придурки. Отвали от меня! Отвали, сука! Блять, я не могу. Сука, я ору. Вот у нас примерно так большинство госок в GTA 5 RP хуярит. Он видел, он тайзером своего долбанул. Че, менты закончились в штате? Сука! Не, ну это охеренно, ребят. Это охеренно. Я думаю, что на этой ноте позитивной. Давайте закончим. Лайки, там, моталки, короче, все. Все, я бомж. Всем пока.